Хей, с вами Никто, и сегодня я расскажу вам, почему же я не буду снимать Undertale. Во-первых, потому что боссов мне будет очень сложно. Undertale, где это? То есть я не смогу их проходить. Мне придется делать очень большие серии, то есть очень много серий. А видео мне могут идти только 10 минут, но это во-первых. Во-вторых, потому что я не знаю, на какой путь я пройду. Все нормальные ютуберы проходят, но я нормальный. Я хоть не популярный, но я нормальный. Я не такой, как все. Там некоторые ютуберы. Я не буду какой говорить, просто мне нравится. И все нормальные ютуберы снимают большие работы. Эту игру, которую я смотрел, проходит до нормального путя. Сначала до нормального, а потом уже до хорошего. Я не знаю, смогу ли я или я не смогу. То есть, я не знаю. Даже если я смогу хоть как-нибудь там смогу, это вряд ли. Это очень хорошо. Пожалуйста, напишите мне еще в комментариях, а я тебе сделаю обзор. Напишите мне ничего гневного в комментариях. О, еда. Потому что я не могу ее снимать. У меня не будет получаться ее снимать. У меня не будет решимости ее снимать. Я буду в нее играть. Знаете как? Thank you.